We'll be right back.
обеденного стола не давала нам покоя уже давно. И вот этот час настал. Хотя это был не час, а неделя беспрерывного труда. В какой-то момент нам показалось, что мы его вообще никогда не закончим. Было все. И боли, отчаяние, и слезы. Шутка, были только слезы, но все-таки мы его закончили. Естественно, мы не обошлись без эпоксидной смолы, потому что нам хотелось сделать столешницу с эффектом медитации. Чтобы когда ты, отвлекаясь от дел, блуждал умом по лабиринтам рисунка и расслаблялся. Смолу мы использовали Art Eco от компании Kavana. Это смола, максимальный слой заливки до 1 см, время застывания 24 часа. В этом случае мы использовали послойную заливку, и, как вы видели, переходов между слоями не было видно. Ну и, конечно же, истребитель пузырьков Корректор. Ссылку на сайт компании Kavana мы оставляем в описании к этому видео. Переходите и заказывайте. Музыку к нашим проектам мы тоже создаем сами. Ссылку на наш второй музыкальный канал мы оставляем в описании к этому видео. Переходите и наслаждайтесь. Ну а сейчас мы с удовольствием выслушаем ваше мнение. Пишите его в комментариях, подписывайтесь на наш канал. И, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.